Завершена реставрация сквера имени Иона и Дойна Алдзица Адарович на входе в парк Валя Морилор. Это совместное детище притуры сектора центра и частного предпринимателя. Последний оплатил работы по благоустройству фонтана и вазоны для цветов. Кроме этого, в сквере привели в порядок тротуар, скамейки и наладили ночное освещение. Проводить там время, однако, пока нельзя. Карантин. Кишиневцы ждут не дождутся его окончания. Посмотрите, я просто в шоке. Я хожу здесь каждый день, смотрю на это все, и просто мне удивительно, что у нас город так преобразился. Вот это все, это просто зашибись. Лучше, чем в Америке, лучше, чем в Италии, лучше, чем везде. Я думаю, что это время, когда... Пока пространство многофункциональное, то все хорошо. Кто-то может на скамейке посидеть, а ребята покататься на скейтах. Очень хорошо, круто сделано. Я доволен. Люди сделали профессионально, красиво. И надеюсь, что это будет надолго. Потому что парки заброшены были. Но я вижу, что власти открыли глаза для народа. В притуре заверяют, что работы сделаны качественно на долгие годы и призывают граждан помочь сохранить сквер в целости и сохранности.